Всем привет, друзья! Сегодня у нас интересная работа. Мы будем чистить крышу, большую крышу большого коттеджа от иголок. Вот, и будем делать это самым лучшим способом. Будем сдувать их вот таким вот пылесосом. Вот, то есть он работает как ветродуйка и как пылесос. В некоторых местах будем пылесосить, в некоторых местах будем просто сдувать. Вот, ну, смотрите, как это получается. Признаюсь честно, большую часть работы мы уже выполнили. Вот, остался маленький кусочек, крыша гаража. Вот как она выглядит сейчас, то есть все в иголках. Вот. И делать эту работу с помощью пылесоса просто бесподобно быстро и удобно. Сейчас видно, вот сосули есть. То есть в желобах сейчас около 0 градусов, ну, минус 1. А в желобах лед, это северная сторона, здесь стоит лед. Вот, даже несмотря на это, вот, все выдувается, все просто вылетает отсюда. Вот. А где не вылетает, где немножко лед, этой же трубой можно чуть-чуть подковырнуть, и оно все вылетает. Вот. В крышу, здесь, не знаю, квадратов 400, наверное, 500, мы сделали буквально за несколько часов. Мы все выдули оттуда. Вот, причем иголок было, ну вот, вот как здесь, приблизительно. Так что этот способ считаю самым эффективным в борьбе против иголок на крыше. Берите на вооружение. Всем пока-пока.